предприятиях Кургана положение рабочих очень тяжелое, как и на предприятиях всей страны у рабочих. Все недовольны, все возмущаются, но никто не хочет приложить усилия, чтобы изменить ситуацию. Пытаются найти работу получше на другом заводе, и происходит этот круговорот. Все бегают с завода на завод, но ничего не меняется в лучшую сторону. И только действия, коллективные организованные действия могут привести к каким-то положительным результатам. Рабочая партия России призывает рабочих к таким действиям, то так же, как и в начале века большевики призывали рабочих в свои ряды, и только так получилось изменить ситуацию. И другого варианта событий, развития событий все равно не будет. Надо вот это понять всем. И поэтому нужно соединять научный социализм с рабочим движением, организовывать, создавать профсоюзы, которые борются за интересы работников, и советы в трудовых коллективах. Только таким способом можно прийти к настоящему демократическому обществу, цивилизованному. Весь этот механизм, как это осуществить, прописано и Карлом Марксом, Лениным, разбирается в Рабочей партии России, проходит учеба. Вступайте в Рабочую партию России.